Да, Зератул тоже, типа медик. Типа медик, ты там 5 лет, да, учишься? 6. Лет. Надо Ну, 6. есть некоторые, кто учится 5, не все. Ну да, он, видимо, Стоматологи, это по-моему. остановился. Стоматологи вроде 5 учатся. Если я ничего не путаю. Если я ничего не путаю, стоматологи 5 учатся. Стоматологи, медпроф. Так, у нас три утки, две. Это ваше секретное место с пророком? Не знаю, ну на всякий случай, ну карты большие, хер встретишься. Да не, нормальная карта, О, а чё? вот и пророк, смотри. Он, да, я сейчас сделал видео. Короче, по опыту прошлого раунда, я знаю, где находится трейдерское задание. Туда сейчас подходит Ильтидин, я такая, здрасте, и прерубаю ей бошку просто. Прости. Я подумал, меня Зератул убил. Нет, все Да. хорошо. А я Вот. подумал, что ты. А было бы Ребят, мне имею приятно. право. А за какую роль ты убил ты ее? Я за мирную роль ее убил. У нас на галочке линчевать Мирным или не может шериф? быть человек с У ножиком, нас не на понимаешь? галочке Хоть мы Может, против. А, не подожди, на у нас галочке. есть На галочке линчеватели, есть у нас ножик. есть шериф, поэтому вполне Ты все уверен? Нет, шериф опасно. 100% есть. Давайте я ее убью и Она все. подошла к трейдерскому заданию. Я тебя убью. Не надо тут, пожалуйста. Она Сейчас подошла к сделаю тебе. трейдерскому заданию, а я помню, что я там же делала трейдерское задание в том раунде. Вот, и решила ее резануть. Это на И не этот, как промахнулась. его, отправленный отсек? Ой, я, блин, я сейчас уже не посмотрю, где это было. Да это слева Где вы снизу. меня убили в Где-то том раунде? снизу, короче. И где вы там потом втроем, блин, в люк запрыгнули? Да. Никса, давайте с вами встретимся там же. Там же? Давай. Где там этот телепорт? Оставшиеся два мафа у меня голосуют. Нет, Это я тебя же... не два Мстя мафа будет голосуют, как жестоко. минимум тебя я голосую. И... Пошли отыгрывать шерифа. Вариант в ноль. Ладно. Короче, Вот смотри. и я. Нам надо сейчас пойти Готов. и узнать у восьмого кота, за какую роль она убила. Потому что есть такой моментик, что она может моей ролью вскрыться. Вот, Зерату, кстати, да, пойдемте вот а как чё раз вы, а чё вы? втроем. А вот пойдемте втроем, вот пойдемте втроем. Ну-ка вот скажите, А восьмой чё кот, это за вы? какую роль вы убили, восьмой кот? Я за мирную белую Ну роль. за какую роль? За какую роль? Больше За... информации. За какую? За какую? А? За А? какую? А? А? Говори! За! Вот за какую роль ты убивал? Я знаю, за какую роль ты убивал. Не за мирную роль ты убивала. Неспроста я пошел спрашивать. И голосовать в тебя не мафа. В тебя голосовал я. Весьма неодноразовый молодой человек. Все, на этом Я не информация голосовал. закончилась. Никс, а вы встретились с Зератовым? Да, Да, там еще и все, Вивьен все по была. плану Это сработало. Вивьен было победил. вообще там технично и практично. Вот все. Проверили? Да. Проверили. Я не верю таким вот вскрывальщикам. Вот все. Вообще И не как мне верю. страшно за этих теперь двух скрывальщиков. Вот открывали. Кто убьет это Зератул? Никто есть не я убьет. правильно понимаю, что у Давайте нас типа вскрывать мирные еще один. сейчас все убивают, да? Нет, я тебе Понимаю, объясню, Зератул и смотри. Никса Нет, слушай, скрываются у восьмого нас кота как я тоже линчеватель и проголосовала. шериф. Смотри, я И я тебе объясню, проголосовала за Вивен, восьмого кота, смотри. потому Я не что тоже скрываюсь, Не как факт, такое что умеет Этильдин убивать, я не была умею. мафом по одной простой причине. Восьмой кот не шериф. Я именно поэтому долбил ее вопросом, за кого она убила. Вот и все. Ладно. А я не умею убивать Верю. вообще. Ну ладно. Типа Ты я свидетелем просто... был просто. Да. Ну ладно. Так, идеально, план удался. Шокированным свидетелем. А? Я была шокированным свидетелем. Ну а чё она? Нет, а ты слышала, как она? А Нет, слушай, Зера, так... ну а вот только что это Так я было? тоже проголосовала в нее, когда вот в первый раз, типа ты и я А в нее нет, это я проголосовали. проголосовал. Нет, это я проголосовала. Не А понял. почему ты не проголосовал?
Подождите, но один голос Монни, вот с этим мы разберемся. Прозрение. Я... Ой, привет, Най. Так, нет, давайте-ка мы разберемся. Вот давайте-ка мы уточним. Не знаю, где умерла лягушка, кстати. Но, еще раз. 100% восьмой кот вкинул один сейчас, голос я. Вопрос. Да. Сирень, тебя зачем вы только что бежали? Я немножко заблудилась. Ты бежала, по-моему, за лягушкой. Да? И мы встретились в темноте. Нет, ты со мной в темноте встретились. Мы встретились с тобой в темноте, но за лягушкой не бежала. То есть... На колокольчик бежал я, пророк. Я с тобой встретился. А, ну тогда ладно. Так, еще раз, еще раз. Товарищ ТНТшка и товарищ Вивиан говорят, что они голосовали восьмого кота. Восьмого кота было два голоса. И один из них был мой. Поясните. Я голосовала, потому что мне показалось неубедительно. Я такая, ну ладно, проголосую, все равно я не кикну. И ТНТшка проголосовала. А было два голоса. А зачем? Я как бы... Вы понимаете, я убил восьмого кота из-за этого же. Ну, вы что? Кто-то из вас врет? Кто? Я стопудово голосовала. Ну, Вивинг сейчас на свету была. Да, с ТНТшкой как раз таки. Во, я только подбегал к вам, увидел вас. Мы вдвоем с ним стояли, на свету чинили. Да-да-да, я подбежал сразу же к вам. Смотри, я стоял рядом, стоял рядышком. Сказал. Ну, короче, вы меня оба очень-очень теперь смущаете, как бы, ну. Меня она тоже смущает. Не смущайте Зератулу, отвернитесь. Угу. Да Зератул может достать нож. Вот именно. Зератул всегда достает нож, когда может. Подряд. Не, ну это просто странно, они врут, кто-то из них врет. Например, я. В каком раунде? Я вот слышу твои ворчания, понимаешь? Воду. Где котейка? Здравствуйте. Почему вы меня преследуете, белка? То есть два мафа? Я должна быть рядом. А, я понял. Я даже не уверена, что прошло КД на самом деле. Но я нашла труп пророка, получается. Я пошла направо, сейчас скажу в сторону чего и куда. В сторону коммуникаций, вот. А он пошел туда, в сторону фонтана и статуи. Вот, короче, мы в этом месте с ним только расстались. Ну, я сделала в коммуникациях квест, да? Возвращаюсь, а он трупом лежит. Угу. Я даже не уверена, что КД прошло это настолько быстро. Нет, КД прошло. Я светлая видела труп. А почему она? Я вообще шла это на к шаттлу туда вниз. Что? Но увидела его труп. КД прошел на убийство откат. Зератула, кто с нами еще был? У меня, да. Здравствуйте, я вернулась снова. Была Вивиан. Вивиан, белка, и я сейчас Алину. В этом транспортном боксе. Я видела Алину, но она как будто вот только пришла. Ну, я вам так скажу, выглядит как Канада, если честно. Бежала. Нет, это не Канада. Нет. Ну, КД прям вот ток-ток прошло. Да я говорю, он как-то рано умер сильно. А у нас не могут быть дуэлянты? Нет, у нас же сокол на этом, на галочке. А что если сокол и две додошки? Нет, у нас два нейтрала. Не может? Да у нас два нейтрала. Уже нету. Тогда не знаю, ну я пока Алину подозреваю, не знаю. Я последняя, кого видела, это Алина. Я сама к трупу хотела подбежать и зарепортить. Ой, Никса, давайте на колокольчике встретимся. И больше никого не видела. Давай. Точно этот? Ой, сейчас здесь корабль придет. Здесь нельзя стоять, да. Шериф, точно?
Да. Здорово. О, Никса, стой! О, Зератул, стой. Ты тоже... Слушай, о, идеально, как раз вот и узнаем. Ну. А блин! Черт, он телепортнулся! А можно я спрошу кое-что у Зератула? Да-да. А за... можно зря время потратишь на этот это вопрос. Нет, это умерла знаменитая. Не, ну не надо, это лучше, нас очень много. Два серьезно, раунда весь назад. Стол, Алиана. Или два, или три, я точно. Ну, он у меня вызвал подозрение. Ну все, вот, пожалуйста. Это надо лично спрашивать. Это надо лично глаза в глаза смотреть. Но я сказал, что зря потратишь. Да, лично он меня прирежет, и все. Так ты скажи ну, кому-нибудь ребят, на ушко, ребят, я к Зератулу. Нет, это значит, либо Сиренича, либо Энт, либо ТТшка. Смотрите, меня сейчас... Возможно, смотрите, я сейчас хотел при Никса в ТНТшечку провериться, потому что... Да. Вот, ну, я... Там еще Лёва стояла. Я понял, но я сразу... Ну, я ждала, что вы там хотели проверить. А он убежал. А почему ТНТшка вообще? Да потому что, смотри, между Вивьен и ТНТшкой один из них стопудово врет. Вот в чем нюанс. Я думаю, что это ТНТшка. Хотя я не знаю, но вот ты сейчас... шериф, хотя я вот, врать, вот я и хотел, и не успел, ты нажал. Сказал, что я в нее проголосовал. Причем вот я, знаешь, не понимаю, чего, вот как бы, вернее, не то, что не понимаю, теперь чем я огорчен. Вот ты сейчас меня спросил на столе, да, я вынужден ответить. Вот теперь я не могу этот вопрос задать ни ему, ни ей, понимаешь? Я же тебе сказал, зря время только потратил. Почему не можешь задать? Ты же не ответил. Ты же точно ответил. Потому кто зарепортил, типа, в тот момент, или что происходило, кто умер в тот момент. Вот таким боком. Было давно. Нет, это можно вспомнить. Да, и я поэтому и говорю. Ну, я помню, например. Так и я помню. Как же я их развожу. Ой, пойдем искать, короче, эту ТНТшку, не верю я ни ему, ни Вивен, если честно. Вот он, кстати. О, идеально. Это была лягушка. Чего лягушка? Это была лягушка вообще, резко такой. Ну... Если вы помните, кто был. А. Да, свет выключил. А? Опа. Че за рофл? Проверка сработала. Врушка обнаружен. А у нас нету этого могильщика, кстати, а то я что-то репортил и не подумал. Я же говорила, что это я крикнула восьмого кота, а не он. У меня, короче, уже... У меня уже, если честно, дрожь в руках. Я попадаю из раза в раз. Мне здесь страшно с каждым следующим выстрелом. Красава. Так, кого ты еще подозреваешь? Пошли, еще посмотрим на них. Да больше никого, все, я, у меня закончились подозрения. Все мирные. Я скажу сразу, в ТНТшку в прошлом раунде голосовала я. И я. Ну вот я теперь, хочу, знаете, что сделать? Взять вот Алиану и Вивьен и сходить кое-куда. Давайте на колокольчике встретимся. Давайте. Я. Угу. На колокольчике, на колокольчике. Ну у нас трое будет. А мне нужно рядышком держаться. Ну, можете держаться рядышком. Так. Так, сейчас... Колокольчик, качай. Так, вот сюда идешь. Короче, сейчас единственное, что нам как бы вот, чтобы Никса не пришел, чем? А он я знаю. Да. Ну хорошо, мы ладно. Мы тебя помянем. Да. У меня этот... Идемте со мной, Алиана, идемте со мной. Ну, Алиана. Алиана? Мы наверху, Алиана. Что? Короче, смотри. Да я не убью. Сейчас. Нет, смотрите, короче, тема какая. Когда я пошел проверять ТНТшку... задавая вопрос еще раз про знаменитость и так далее, Никса не понял, что знаменитость — это лягушка. Ага. То есть они оба были, короче, походу. То есть один со мной ходил смотреть, mm-hmm. а другой был с этим. Так, все, я пошел. Так что я сейчас хочу еще сказать, Никса проверить. Сказать, что нас нет. Mm-hmm. В
как это чинится вообще? Тяните, работайте, мои верные. Так, ну-ка разойдитесь. Разойдитесь. Ну как я все понял. Разойдитесь. Да нет! Ну как? Ну как он это сделал раньше? Ты задрал этот пинг! Ну как он это сделал? Туда тебя! Я все понял! Я все понял! Я понял, что он последний маф! Туда тебя. Да я вас, я вас всех всё. Вообще тут разводил как мог. Блин, ну я понял, что это он. Ну почему я сжал? Вот почему он убил, а я нет? Ну что за рофл? Не успела нажать. Никса убил при всех. Двоих минимум. Телохранитель убил. Как я мог убить двоих? Как я мог убить двоих, если... Ножик и сиреники кричала. Не знаю. Смотрите, Никса пошел с Зератулом. Я такая смотрю количество трупов, трупы прибавились. Я такая, ага, двоих я вижу, вас двоих там сзади видела. Такая, пойду посмотрю, куда они ушли. Вижу, Никса стоит на трупе. Пошла искать кого-то, потому что я бы не подошла, и тогда бы ничего бы не было. Вот встретила вас. Было хорошо. Вот, встретила вас и начала кричать это. Зератул хотел Никса прирезать. И тут же зарезали. Моего телохранителя. Короче, я... господа мафы, давайте скипнем белка Канада, не убивайте ее. Я не Канада. Энд, ты... Энд, скипай. Канада. Хорошо. Я не Канада. Ариана, ты же скипнула, ты же хорошая. Я в тебя. Вообще-то, либо Никс, либо Мимин. Понятно. Ну чё вы не скипнули? Энд, Ариана. А что ты убиваешь? А теперь Никса, смотри. Никса просто такой ох. Никса, а теперь смотри. Мы как в вестернах, прикинь. Мы с тобой вдвоем пришли, и нам обоим ТНТшка сказал, кто был знаменитостью, прикинь. И я подловил, что ты не понял, о чем он говорит, прикинь. То есть я-то не знал, да, когда она умерла. Понял. Я лишь услышал, что Вивьен в коридоре сказала, что что-то там раунд назад. А это было два раунда назад, ну, на момент, когда меня спросили. То есть я чисто услышал, что она умерла. А ТНТшка нам сказал, кто это был. Я понял, что ТНТшка мирный. Я убил его при тебе, чтобы ты 100% все это всем подтвердил. Потом я подошел к Вивьен и объяснил Вивьен Хлианной, что ты не понял, что ты не понял, кто знаменитость. Прикинь, и я пошел тебя рубить. И, кстати, знаешь, в чем рофл? Ты был прямо возле меня и не убивался. Я не знаю, почему. Я был далеко довольно, я в конце только подбежал к тебе. Блин, надо было все-таки сказать, что Энд мимик. Я был не до конца в этом уверен. Так я же убил уже вам одного мага. Да, но ты не шериф. Иди следи за ними. Так Никс реально видел, что я шериф. Да, я не шериф, я вообще не шериф. Да, ты не шериф. Да как ты вообще засранка? Подворотни просто. Да ты какой ты шериф? Дело в том, что можешь убивать, и все. Такого убил, молодец. Да, ну видишь, это все против тебя. Я же тоже понял, что ты не мирный. Я-то уже обладал инфой о знаменитости в итоге. Блин, такая кайфовая катка. Я запишу тайминги, пожалуй. Так, надо посмотреть за последним мафом. Так. Ну, Алианы не было, получается. Мы все вместе бегали. Я саботаж починила, вы чего? Ты поздно его чинила. Фишка в том, что, во-первых, ты меня не пустила с собой, это раз. Я не успела. Да, потому что я тебя подозреваю, я не хочу с тобой ехать. Вот, а второе, когда мы дождались шаттла, я дождалась всех, мы все вместе поехали, и саботаж не чинился очень-очень долго. Так там кубики раскладывать, блин, сколько их там? 9 кубиков в свою ячейку. Саботаж разве так чинится? Я не знаю. Да, там 3 ряда по 3 кубика. Честно. Ну хорошо, Лиана, знаменита жива или нет? Нет, конечно. А кто зарепортил тогда? Что зарепортил?
Это колокольчик был. Сейчас колокольчик был. Нет, не сейчас, тогда, когда знаменитость погибла. Ее не репортили. Тогда Зератул нажал на кнопку, когда она умерла. Так, либо Сиренти, либо Вивиан. Либо Сиренти, да. Ребята, ну я Вивиан, посмотри. Сиренти, он долго молчал, я в него, я не знаю кого. Я честно скажу, я стервятник, я не съела ни одного трупа. У меня нет, я потратила. Я бегала с вами, делала квесты. Сиренти меня не убивала. Я стояла рядом с Вивиан, я могла ее убить раз пять, наверное. Себя прикрываешь. Хорошо. А, ребята, смотрите, я стервятник, еще раз повторюсь, я не съела ни одного трупа, поэтому я не знаю, на что давать пикни. Аж Сиренти. Да почему я-то? Съела, когда я на нем стоял. Вивиан, а теперь просто офигеет моей роли. Сказала бы об этом. Я бы тебя не убил. Где ты, Вивиан? Я хочу, чтобы ты нашла меня и увидела эту роль. Вивиан! А что, вы запустите саботаж, нет? Я у колокольчика. О, давайте, я лечу, давайте, Вивиан. А, вы что, хорош. А, и я заодно покажу, смотри на мою роль. Вивиан, а что ты не сказала, что стервятник? Ты бы съела труп Зератула, было бы хорошо. Я не могу, могла мне... Вивиан, а знаете, в чем рофл? А знаете, в чем рофл, Вивиан? Знаете, как я понял, как умерла знаменитость? Вы сказали! А я не знаю, как я могла сказать, я тоже не знала. Вы сказали, в прошлом раунде умерла, я услышал это от кого-то, от тебя. Это не я, я тоже не знала. Жесть. Хорош, Сиренти затащила. Ой, какая же это рафлокатка, ребят, просто кек. Сиренти умничка. Да, молодец. Не, ребят, это... Меня, потому что... Это была офигенская катка, офигенская. Мы все равно проиграли. А Катя редиска, я ей этого не прощу. Не, я, ребят, потом эту катку вырежу. Да, здравствуйте.